Как сохранить хорошее настроение на протяжении всего дня при сидячей работе? Об этом узнали химчане на мастер-классе в рамках проекта «Химки. Интересно жить». Провела его Валентина Зубарева. Она рассказала об оздоровительной гимнастике, которая позволит сохранить здоровую спину на долгие годы. Сначала небольшая разминка, потом участники приступили к упражнениям. Вот представьте, вот у нас одна стенка, вторая. Они начинают сдвигаться. А вам надо их ладошками прям растянуть и растянуть от позвоночника вот сюда, убрать плечи, как я вам говорила, да, растянуть локти и постоять немножко. Завершили урок небольшим танцем. Мастер-классы в «Химках» проходят регулярно. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте event.admhimki.ru.